Подбрасывали бедную птицу до потолка до тех пор, пока она не прилипнет. А сейчас обратите внимание на эти отверстия, которые находятся в стенах. Что можно сказать о жителях этой пещеры? Это делают маленькие животные, скалогрызы. У них большие каменные зубы, длинные острые ногти. Вот он видит. Если кто-то нарушает правила, они к тому наведываются в гости на чай. Поэтому мы с вами нарушаем правила, не ждем всех в гости скалогрызов. А сейчас обратите внимание, скалогрыз. Да я на мужчину показываю, ребят, не на мужчину показываю. Он убежал. Не путаем, пожалуйста, спиногрызов и скалогрызов. Все проходим за мной, и здесь никто не остается. Давай, Лена. Все. Давай. Иди ко мне, иди. У меня, смотри, какая штука есть. Дарина, иди сюда. Дай руку. Дариночка, давай мне руку. Держать мне будешь, хорошо? Все, Дарин, потом расскажешь, что увидела, хорошо? Фотографии сделали. Лена, смотри, там наверху орел.